В Омском районе обострилась ситуация с бродячими и безнадзорными собаками. Они угрожают безопасности не только частному рогатому скоту, но и жителям, в частности детям. В связи с этим администрация Омского района совместно с МУП ЖКХ подписали временный трудовой договор со специалистом по отлову собак. Тем самым жители надеются, что в ближайшее время число безнадзорных животных, в частности собак, в наслегах Омского района существенно сократится. Построили вольер для собак на 10 мест. И в этом году, значит, в 2016 году у нас отловлено и утилизировано в пункте передержки безнадзорных животных 20 собак. Еще работа идет. У нас сейчас проводится двухмесячник. Совместно у нас с администрацией муниципального образования Омский национальный наслег и с МУП ЖКХ ведется постоянная работа, значит, заседания, совещания.